Во Франции легковой автомобиль протаранил пиццерию. Погибла 5-летняя девочка. 13 человек получили ранения. Пятеро, в том числе 3-летний ребенок, в крайне тяжелом состоянии. По данным полиции, наезд был совершен намеренно. На месте инцидента не было обнаружено следов торможения. Водителя уже задержали. При этом в местной прокуратуре заявили, что инцидент не имеет ничего общего с терроризмом. В воскресенье водитель пытался покончить с собой. Попытка не удалась, и он предпринял еще одну. Добавлю, во Франции и еще нескольких европейских странах уже были массовые наезды на людей. Самый крупный теракт был совершен в Ницце. Тогда погибли 84 человека.